вы перешли работать на минералы, но остатки вас не радуют, сегодня я покажу вам, как укладывать пигмент минеральный и гибридный, в чем разница, для того, чтобы зажившие минеральные пигменты радовали вас так же, как до этого гибридный. Сначала я набираю темный максимально цвет гибридный и укладываю его в обычный блок растушевки. Нажим я использую тот же самый, что и буду использовать в минеральных пигментах. Все дело в плотности укладки, которую вы должны совершать во время работы. Дело в том, что минеральные пигменты имеют просто другую светоотражающую способность и выглядят бледнее, чем гибридные пигменты, которые имеют максимальную светоотражающую способность. И для того, чтобы зажившие минеральные пигменты выглядели так же ярко, как и гибридные, вам всего-навсего нужно уложить их просто в два раза плотнее. Сейчас я промою носик моего модуля, чтобы эксперимент был чистым, чтобы я укладывала чистый минеральный пигмент. И будет, кстати, видно, когда я буду стирать, что один пигмент минерал, другой пигмент гибрид, потому что минералы стираются очень легко, а гибриды размазываются, растираются. Все дело в том, что в гибридных пигментах гораздо более мелкие органические частицы, они более яркие, более кроющие, имеют более высокую светоотражающую способность. И из-за этого в своей работе, не меняя нажима, мастер должен просто укладывать пигмент в два раза плотнее. В два раза минимум. И, конечно, много зависит от кожи, в которую укладывается, от того, какая она толстая, тонкая. Не нужно давить сильнее. Нажим тот же самый. Потому что минералами можно заглубиться так же легко, как и гибридами. Я прям вот в два раза больше уложу краски. И потом мы сотрем. И посмотрим разницу. Наши минеральные пигменты очень концентрированные, очень кроющие. Но немножко другой метод укладки должен быть. И не вздумайте давить сильнее, как советуют некоторые мастера. Кстати, я сейчас рядом положу кубик еще также полупрозрачно уложенного минерального пигмента, чтобы вы понимали, насколько его недостаточно, даже если визуально вам кажется, что вы положили его достаточно плотно. Сейчас я постараюсь первый и третий кубик сравнять по насыщенности. Мне кажется, уже более-менее похоже. А теперь сотрю. Обратите внимание, как по-разному будут стираться минеральные и гибридные пигменты. Минеральные стираются одним прикосновением, гибридные надо постараться стереть. Гибридный пигмент, уложенный плотно, минеральный пигмент, уложенный плотно, минеральный пигмент, уложенный так же, как первый квадратик. И обратите внимание на разницу в остатке. То же самое будет у вас и в коже. Вам нужно укладывать минеральный пигмент просто в два раза плотнее, но ни в коем случае не глубже, чем гибридный пигмент.